Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин. Продолжаем ночь с Фредди и его друзьями в жутком офисе. Я уже вооружилась информацией из комментариев к предыдущему видео. Для того, чтобы пройти эту комнату, необходимо прогнать Фредди 12 раз. Это я правильно вспомнила. Только появляется нюанс. Не получится, как в первоначальной версии, просто открыть дверь и включить фонарик. Теперь необходимо смотреть по камерам, с какой стороны находится медведь. Открываем двери, поворачиваемся в ту сторону и светим фонариком. Только так получится. По поводу Фокси. Ее нужно прогонять зрительным контактом, но она появляется несколько раз. То есть мы ее нашли, посмотрели в глаза, она исчезла, и потом снова ищем ее по комнате. И так несколько раз до того, пока она полностью не пропадет, иначе она в любом случае придет в комнату, и все, кирдык, игра закончилась. По поводу Бонни, с ним вообще в принципе лучше не встречаться взглядами никак, потому что он ломает камеру или же он ломает фонарик. Но вроде бы как можно это все починить с помощью предохранителя. Стартуем. На сегодня нет цели пройти эту комнату, так как это демо-версия. Основная игра выйдет в 2025 году. А сегодня просто тренировочка. Ох, кофеечек, кофеечек, кофеечек. Это мы все изучили. Окей, я буду следить за тобой. Ну, следи. Удачи. Спасибо. Все, не переживаем. Не переживаем. Сразу ищем фьюзисы. Окей, вот он. Берем в руки. У нас есть фьюзис. Садимся за стол. Ну и наблюдаем. Наблюдаем. Чекаем. Никого пока что нет. Пока что все хорошо. А, кстати, Чика. С Чикой я еще не виделась, но в этой версии каждый раз кексики, которые необходимо найти, будут увеличиваться. Первый раз их будет совсем чуть-чуть, вроде бы от 3 начинает стартовать. А потом с каждым разом все больше и больше. Помимо предохранителей, теперь нам... А, ну, помимо кексиков, нужно теперь еще искать и предохранители. О, это Фредди. Он, получается, с правой стороны, да? С правой стороны. Вот мы открываем. Поворачиваемся. Вот, все. Один раз мы его прогнали. Хорошо. Хорошо. Если честно, такая версия игры... Мне даже больше нравится. Более динамично. Все хорошо. Все хорошо. Вроде бы как. Садимся, чекаем. Единственное, я не понимаю, как вообще не встречаться взглядами с Бонни, если я вот включаю камеру. Он уже там, и он сразу же ее ломает. Так, он опять с правой стороны. Он опять с правой стороны. Открываем. Поворачиваемся вправо. Два раза уже прогнали. Окей. Окей. Это мне нравится. Это мне нравится. Свет начинает мигать. Значит, нужно заменить предохранитель. Значит, нужно заменить предохранитель на основную комнату. Окей. Все, выходим. Фонарик горит зеленым. Значит, заряд еще имеется. Но все равно наперед надо взять предохранитель и уже вместе с ним ходить. Я думаю, так будет намного спокойнее. Самое главное, чтобы в этот момент ко мне никто не пришел. Все, хорошо. Все, выходим. Бежим быстренько к камерам. Садимся. Так, никого нет.
никого нет, все хорошо. Ага, вот Фредди слева, вот Фредди слева. Это у нас средняя дверь. Поворачиваемся в левую сторону. Отлично. Это уже третий раз. Какой-то стрёмный звук. Какой-то стрёмный звук появился. Никого нет. Фух. Идет нормально. Идет нормально. Три раза. Самое главное не сбиться со счета. Все хорошо. Фонарик заряжен. О! Вот, not signal. Идем заменять предохранитель. Окей. Проверяем. Камера работает или нет снова? Нет, не работает. А почему я думала, что она починится? Как теперь, например, мне искать Фокси? Теперь я не буду знать, находится она там или нет. И что делать? Что делать, как быть? Медведю засветили три раза. Это достаточно мало. Единственный вариант. Кто-то шумит, это кто? Давайте откроем и засветим. Там кто-то был. Ага. Вот она, Фокси. Смотрим глаза. Прогнали. Ищем, ищем. Вот она снова, прогоняем. А. Бляха, это Чика? Это Чика появляется в комнате. Блин, ну... Почему тут свет мигает? Здесь где-то Фредди? А, ну давайте проверим. Давайте проверим. Засветим вперед. Вперед светим. Кого нет? Ой, ну что-то мне кажется, что я проиграю. Камеры уже одной нет. Было бы неплохо иметь возможность все равно в комнате, где мы меняем предохранители, как-то прятаться. А где все? Тут? Свет скоро отключится, Давайте, фонарик у нас зелененьким, а вот комната не зелененьким стоит. Снова Фокси. Ага. А почему no signal? Тут будет Фокси, да? Сейчас убьет. Ой. Я нажала на другую кнопку мыши. А почему сигнал пропал? Там все трое были? И Бонич тоже? Я не понимаю, как его доджить. Вот мы его увидели на камере. И чё? Просто резко оттуда выходить? Но резко не получается.
Резко не получается. Good luck. Ой, good luck, good luck. Блин, если в этой комнате так сложно, что будет в остальных? Что же будет потом? Что будет в самом конце? Получается, сейчас самый главный враг — это Бонни. Фокси... Ага, вот. С правой стороны медведь. Поворачиваемся вправо. Ну, не психуй, не психуй, маленький, не психуй. Один раз прогнали. Уже взбунтовался. Может быть, вот сейчас Бонни как раз-таки здесь и появится. Может быть, он появляется как раз-таки после Фредди. Поэтому нужно смотреть другие камеры. Пока что в левую камеру я смотреть не буду. Время еще так медленно идет. Очень медленно. Нет никого. Ладно, давайте теперь посмотрим. Окей. Никого нет. Никого нет. Очень странно. Вот бы никого не было, кроме Фредди. Фредди пришел. Мы его О! Это он в средней комнате справа. Фредди пришел, мы там раз 6 засветили, а потом уже там первый раз Фокси появилась. А-а-а! Второй раз. Ой, что-то мне кажется. Что-то мне кажется, это тоже будет неудачная каточка. Как-то тяжеловато. Тяжеловато идет. Со светом нормич, со светом нормич. Вот не знаю, может пойти фонарик проверить. Если я правильно поняла, хватает на 3 раза фонарика. Сейчас, сейчас проверим сначала и... И пойдем заменять фьюзис. Я постоянно забываю, как фьюз будет на русском. Предохранитель. Вроде помню, помню, а потом... Что за слово? Как оно звучит? Как его правильно сказать? Фьюзис и фьюзис. Фонарик еще зеленый, хорошо. Значит, должно хватать на 3 раза. Давай, 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 садимся быстренько за стол. Слева, 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 вот сюда. 3 раза. 3 раза. Кстати, было бы очень удобно, если бы в каком-нибудь из верхних углов экрана высвечивалось, сколько раз мы засветили Фредди. Очень удобно. А ну стоп, а ну стоп, стоп, стоп. Так нужно запоминать. Я могу включить камеру. Все, 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 все. Я почему-то не посмотрела туда вверх. Я не посмотрела вверх. Там же тоже предохранители. Там же тоже предохранители. Да, нормально, нормально. Дышим, 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 дышим. А то у меня какое-то отчаяние появилось, если честно. Если честно, уже какое-то отчаяние появилось. Так. Предохранитель и... Вот. Давай, давай, быстро! Давай, 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 бегом! Размеренно, как хочешь. Ага.
Фредди слева. Сейчас засвечиваем, потом будем искать всех остальных. Фредди слева. Насколько я поняла, это четвертый раз. Это четвертый раз. Сука, как ты задолбал, ну? Как ты задолбал? Ладно, смотрим еще левую камерку. Смотрим камерку. Смотрим камерку. Заменяем. Вот, 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 вот. Все, пошла жара. Пошла жара. О, нет, не пошла. Мне надо целых два предохранителя. Тише, 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 тише. Сейчас, если свет погаснет, все, я помираю, да? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Сейчас, 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 сейчас. Так, 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 второй ящик, второй ящик. Давай, давай, давай. Блин, и два предохранителя в руки брать нельзя. А карман? Почему в карман нельзя положить? Меняй, 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 меняй. Давай, давай, давай. Меняй, меняй, меняй. Смотрим, смотрим, смотрим. Ищем Фокси. Самое главное, чтобы не было Фокси. Блин, такое чувство, что я уже ее пропустила, и она сейчас придет. Ага. Фредди. А у меня фонарик есть? Не, по-моему, у меня нет фонарика. Бляха, он был справа. А почему я влево посмотрела? Собственно, почему я влево посмотрела? Он же был справа. Так бы уже был пятый раз. Ничего. Ладно, ничего. Идем менять фонарик. Плохо шифт не работает. Плохо шифт не работает. Этот чувак вообще ничего не боится. Ходит себе, вот тут пытается четыре аниматроника убить. Он спокойненько себя туда-сюда, туда-сюда. Никого нет. Ага, вот она. Все хорошо, мы ее засветили. Мы ее засветили. Фокси нам уже не страшна. Бонни тоже нам уже не страшен. Так, Фредди с правой стороны. С правой. Фредди с правой стороны. Так. Пятый раз. Пятый раз мы засветили. Пятый раз мы засветили. Сразу смотрим предохранитель. Я застряла, прикиньте. Я застряла, хорошо. Окей. Так, в этот, кстати, ящик я еще не заглядывала, конечно. Можно было и не заглядывать. Так, стоп. Проверяем камеры. Все чисто, все хорошо. Скорее всего, увидимся мы с Чикой в ближайшее время, да? Так, вот этот звук, он что-то означает? Это кто-то пришел? Это кто-то пришел. Давай, 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 родненький, иди быстрее, пожалуйста. Я не хочу, чтобы тебя съели. А ты, видимо, хочешь. Засветили раз. Засветили два. Иди-иди, засветили три. Все, пропало. Пропала. Так, Фредди слева. Фредди слева. Вот тут вон. Он слева, да? Вот тут он слева. Поворачивает влево. Отлично. Это шестой раз. Это шестой раз. Это шестой раз. Замечательно. Если я не сбилась. Если я не сбилась. Уже полпути пройдено. Видимо, это звуки для того, чтобы просто меня испугать. Сразу проверю. Сразу проверю фьюзис. Хорошо, все, все, все хорошо. Зеленым горит. Зеленым горит. Чисто. Чисто. О, о,
Мы тебя уже не боимся. Мы тебя уже не боимся. Сразу меняем. Хорош. Хорош. Давайте посмотрим на камеры. Чекнем Фокси. Ага. Я так и знала. Я так и знала. Ага. Привет. Вот и кексики. Так, три раза, да? Три раза. Сразу берем фьюзис. Последний кексик. Я так понимаю, она меня не будет трогать, да? Если я буду рядом с ней ходить. А где еще кекс? Ага. Все, ушла. Все, ушла, хорошо. Скорее садимся, проверяем. Падла. Где? Еще раз? Бля, это был звук света. Давайте посмотрим на этот скример. Сейчас меня убьют. Ням-ням-ням. Бутерброд для Фредди. А чё он такой страшный? Это другой Фредди пришел. Тут не такой был. Этот какой-то зубастик. Все, уже кофе не пьет. Все, все нормально. Мы сейчас все понимаем. Мы знаем, что необходимо делать. Самое главное — это тайминги. Мы все должны делать вовремя. Не торопиться. Не торопиться, и все будет хорошо. В этот раз у меня получилось засветить Фредди 6 раз. Но с появлением Чики как-то вот немножечко это меня выбило из колеи, если честно. Она появляется, и после, перед ней и после нее сразу лезет Фокси. Сразу лезет Фокси. Если в этот момент у меня получается незаряженный фонарик, и после Фокси... Ты сучка, еще не твое время, отстань. Если после Фокси мы сразу находим Фредди, то я не смогу его засветить. Еще вопрос. Энергия расходуется, когда я не смотрю в мониторы? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Еще, конечно, сложности... Ага, вот, А, нет, с правой стороны. С правой стороны. Вот так вот вправо. Все, пока. Первый раз готов. Садимся. Садимся. Сразу проверяем. Что-то я говорила и забыла. А, я вспомнила. Сложности прибавляет то, что каждый раз Фокси нужно прогнать большее количество раз. Не всегда 3. Потом 4. Давайте сразу заменим, чтобы потом не нервничать. Начинаем слева. Тут нет. Ага.
Это было жестко. Я не ожидала. Я не ожидала, блин. За Бонифацио приходится тратить юзис. Ну что за человек такой? Бери уже, ну что это такое, не берется? Еще вот иногда на камерах свет начинает мигать. Он мигает из-за того, что у меня заканчивается электроэнергия? Или просто? Или может быть еще какая-то причина есть? Музычка пошла, пошла музычка. Свет мы поменяли, камеру починили, фонарик еще заряжен. Фонарик еще заряжен, никого нет, никто не идет. Кстати, время не совпадает. Там, по-моему, часы остановились. Ага. Фредди слева. Фредди в левой двери, с левой стороны. Третий раз. Это был третий раз? Или второй? Ну какая ты падла, ну? Какая ты падла. Предыдущей каточки его так часто не было. Его так часто не было. Ага, скоро придется заменить свет. Какой медлительный, я не могу. Сразу давайте тут посмотрим. Давай быстрее, сейчас опять свет выключится. Давай. Проверяем, потом найдем фьюзис для фонарика. Ага, Фредди получается слева, Фредди слева вот тут. Четвертый раз, да? Четвертый раз. Четвертый раз. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, в приоритете камера. Да давай выходи, да что ж такое? Кнопка не работает, что ли? Или что? Ага. Так, Фредди слева. Фредди слева. Пятый раз. Подождите, я Фокси прогнала? Чё-то я этот. Три раза нажала и вышла. А там-то могут быть... И четыре раза, и пять. Что-то как-то и этот. Идем заряжать фонарик. Следующая зарядка будет зарядка основного офиса. Угу. Надеюсь, я успею. Пока что музыка не играет.
Так, ну чтобы Фокси не пришла в этот момент. Давай, давай, родненький, давай, беги. Ой, ну не могу я с тебя. Добавьте сюда shift, пожалуйста, добавьте, потому что это так... Это... Я не знаю. Это уравняет шансы, уравняет шансы. Ага. Так, Фредди с правой стороны, Фредди с правой стороны, Фокси мы погнали, хорошо. С правой поворачиваемся. Так, это шестой раз. Это шестой или пятый? Это шестой или пятый? Hide and seek. Hide and seek. Сразу ищу предохранитель. Сразу ищу предохранитель. Ладно. Поискали, не нашли. Смотрим Фокси. Нету. Никого нет, никого нет, никого нет. Ищем предохранитель. Ищем предохранитель. Вот он. Хорошо, хорошо. Снова проверяем. Снова проверяем, а потом идем меняем. Так, это Фредди, это Фредди. А у меня фонарик там рабочий вообще нет? Ага. А что я не засветила? Так, сейчас проверяем. Подождите, Фокси. Угу. Раз. Два. Три. А почему все не были там? Уже бы все были. Так. В приоритете основная комната. На данный момент. На данный момент. Хорошо, фонарик у нас заряжен. С ним все хорошо. Фредди я засветила 6 или 7 раз. Но пока что чики нет. Пока что чики нет. А, нужно быстренько заменить. Заменить, предохранить. Давай, быстрее, быстрее, быстрее! Выходи! Блять, кнопка не жмется! Кексики! А, какие милые кексики! Сразу тут проверяем. Нет. Ай, какая падла, ай, какая падла. Перед этим же еще Фокси должна быть. Еще кекс! Я же 3 засветила! Бля! Быстро, быстро за камеру, быстро за камеру! Раз. Два. Ди-ди-ди. Так, Фредди с правой стороны, Фредди с правой стороны. Светим. А чё, no. Что не так? Что не так? Мне нужен предохранитель. Не всегда кнопки нажимаются, не всегда нажимаются кнопки, из-за этого очень страшно. Что с камерой? Почему камера такая черная? Идем чекаем свет, идем чекаем свет. О-о-о. Комната такая страшная стала. Есть. Два. Три.
4, 5, 6 раз. Блин, там был Фредди, но у меня этот фонарик разряженный. У меня разряженный фонарик. Сейчас посмотрим, если он там был. Муха. Ага. А можно сразу взять предохранитель? Да, можно. Хорошо. Так, 3 кексика, хорошо. Ой, 2 кексика, 2 кексика. Блин, потом надо сразу бежать проверять Фокси. А то я пока тут ищу кексики, я думаю, она уже этот... Не исчезает. Но это последние ящики. Где-то тут по звуку слышно. Все. Все, быстро садимся, проверяем. В смысле, no signal? Все, меня сейчас убьют. Получается, комнаты сами по себе еще могут разрядиться. Так, тут Фредди. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Опять 6 будет? Угу. Я не могу зарядить фонарик. Мне просто не дают зарядить фонарик. То надо комнату зарядить, то чайку прогнать. Скоро еще этот, вторая камерка разрядится. Где предохранитель? Сука. И Фредди ж, наверное, уже ушел оттуда. Так, пофиг. Пофиг. Я сначала заряжаю фонарик. Это никуда не годится. Так, все, 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 все. Ну выходи, пожалуйста. Кнопка сразу не работает. Чекаем камерки. Думаю, только не Бонни, пожалуйста, только не Бонни. Угу. Медведь слева. Медведь слева. Так, я надеюсь, демка как раз-таки закончится на том, когда я засвечу 12 раз. Ладно. Сразу берем предохранитель. Сразу берем предохранитель. Нужно будет заменить вторую камеру. Но перед этим... Блин. Все, мысли потерялись. Все, мысли потерялись. Я просто очень не хочу проигрывать. Я уже почти прошла. Ладно, последний раз. Настроились. Последний раз, все хорошо. Просто не совпало. Просто не совпало. Бонни появился не вовремя. Бонни появился не вовремя. Но я, по-моему, засветила Фредди 9 раз. Там совсем чуть-чуть осталось. Good luck. Good luck.
Лак. Плохо, нельзя в карманы предохранителей набрать. Получается, неважно, сколько я смотрю в монитор, все равно комната разрядится. Печальненько, печальненько. Да, хотела проверить, может получится второй фьюзис взять, но нет. Но нет! Фредди у нас слева тут стоит. Вот так влево поворачиваем. Да все, Нери. Нери придурочная. Один раз. Один раз. Давайте сразу поменяем на полную катушку. Пока... пока игра не разогналась, пока у нас еще не появились дополнительные трудности, давайте сразу будем заменять, не тянуть. Ну блин, игра достаточно динамичная получается. Вот сейчас, почему здесь свет мигал? Может быть, из-за того, что там тоже камеры разряжаются. Так, сейчас он тут с правой стороны. Второй раз. Второй раз. Очень будет удобно. Очень будет удобно, если будет показываться, сколько раз мы уже засветили медведю. Давайте поменяем сразу. Два раза. Просто ты и так сидишь, получается, думаешь о других вещах, а еще и одновременно надо считать количество раз. С правой стороны. Это у нас третий раз. Окей, окей, я с предохранителем. Ну, конечно. А вот и я, не ждали? Чините камеру. А, ну, конечно. Ну, конечно. Камера как раз-таки сломалась. Одновременно с тем, что разрядилась основная комната. Хорошо. Снова ищем предохранитель. Снова ищем предохранитель. А, ну да. Ну да, ну да. Дождь пошел. Сейчас, может, и Фокси прибежит, да? Ну а чё? Чё уж там? Чё уж там, ё-моё? Так, всё заряжено. Проверяем. Ты задолбал, сука ты! Кролячая! У меня нет предохранителя. Грёбаный заяц! Бонифацио, блин. Падла. Ладно, сейчас давайте сначала это проверим. Никого нет.
конечно, Фокси, наверное, сейчас сидит там, где правая камера, да? Да? Не выходит, он, блядь, не выходит сразу. Так, это ужас какой-то. Сейчас чекаем камерки. Сразу ищем этот предохранитель. Нужно уже заменять свет. Угу. С правой стороны. С правой стороны это какой? Четвертый раз? Это четвертый раз. Я не на ту кнопку нажимаю. Четвертый раз. Смотрим предохранитель. Нет, ну конечно нет. Зачем? Почему не в каждом ящике лежит? Так сложно. Проверяем камеру перед тем, как идти. Ага. Максяновна. Угу. Идем заменять свет. Сейчас потухнет. Идем заменять свет. Фонарика хватит еще на пару раз, поэтому сразу проверяем камеры, потом уже пойдем искать предохранитель. Не поняла, а что так оно? Разряжается уже, да? Уже разряжается. Ой-ой-ой-ой. Ящики проверили. Максяновны нет. Предохранителей, собственно, тоже. Музыка какая-то стрёмная пошла. Блин, я постоянно нажимаю shift в надежде, что этот пойдет быстрее, но нет. Ага. Раз. Два. Три. Конечно же, четыре, да? Ага. Фредди с правой стороны. Идем ему светим и потом меняем предохранитель. Пять раз. Угу. Так, среднюю камеру тоже уже как бы надо пофиксить. Так, быстренько открыли этот ящик. Не то слово щит. Щит будет сейчас, если Фокси прибежит. Ага. Сразу после чита. Так, не знаю, Фредди там был или нет, но
Он сейчас вообще не в приоритете. В приоритете у нас мейн. Сейчас ищем предохранители для двух камер. Потому что это может плохо закончиться. Ага. Фредди слева, Фредди слева, но я ничего с этим не могу поделать. У меня не работает. Ну, давайте проверим. Ну, вроде он как бы разряженный. Да. Хорошо, Фредди не нападает. Моменты. Заменяем. Бежим к камерам, снова проверяем Фокси. Потом ищем предохранитель для... Ага, вот она. Для основной комнаты. Ой, для средней, для средней. Хорош. Выходи, родненький, ну ё-моё. Ага. Всё-таки для основной комнаты понадобилось. Так, где-то здесь. Ага. Фонарик разряжен. Ай-яй-яй-яй-яй. Все кексы тут. Так, ну я сейчас проиграю. Ладно. Ладно. Сейчас посмотрим, скорее всего, как Чика будет кушать. Перекус таксиста Чик. А может и успеем? Или она вместе с Фокси тоже работает? Музыка устрашается. А где еще? Прикиньте. Фокси. 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз. 7 раз понадобилось для того, чтобы прогнать ее. Это ж ужас какой-то. Мне кажется, еще из-за этого тоже камера разряжается. Я фонарик, наверное, вообще не смогу зарядить, да? Дайте мне зарядить фонарик, пожалуйста. Это какой-то кошмар. Где все предохранители? Так, Фредди тут. Уже очень плохо видно. Я уже даже не считаю. Где-где-где? Сейчас Чика опять придет.
Блин, ну сейчас камера разрядится. О, опять был скрэмер. Все поуходили. Ну ладно, все поуходили, пока есть возможность этот. Ну нет, только не Чика. Еще кексики не сразу появляются. Вот они тут. Предохранитель не берешь. У меня есть, да? Ага. Блин, ну Фокси, Фокси ж где-то здесь. А, смотрите-ка. Фокси нет. Сейчас принес. Сейчас придет. Она обычно любит да ё-моё, прибегать, когда я здесь в комнате. Блин, а если она с правой стороны, я ее и не увижу. Там мне еще предохранитель нужен, тут был в ящике. А, все поменялось. Тут же был предохранитель. Тут же был предохранитель. Блин, ладно, видос получился уже почти на час. Давайте на этом остановимся. Самое главное, что я поняла, как бороться с аниматрониками. Но, опять же, мне кажется, игра достаточно динамична и более стала интереснее, чем, ну, как сказать правильно, первоначальная ее версия. Но какая-то некая тягомотина с предохранителями. Было бы очень хорошо, если бы я могла взять хотя бы несколько предохранителей, если мне нужно заменять абсолютно все. Мне нужно заменять 3 камеры, мне нужно заменять основную комнату, мне нужно заменять фонарик. То есть всего у нас получается 5 мест. И я не знаю, как-то может это у меня не получается, но правильно рассчитать тайминги... Это какая-то, не знаю, большая вероятность, чтобы все прям сошлось воедино. Потом еще Чика ж появляется. Ладно, еще Фокси. Но Чика одновременно вместе с ней. И в этот промежуток все комнаты, точнее, комнаты начинают разряжаться, все камеры разряжаются. И как бы ты в каком-то тяжелом положении находишься. Ты только одно доделал, появляется что-то новое. Это новое сделал уже... Ну, в общем, вы сами все видели, как-то вот с этим. Было бы очень удобно, если бы высвечивалось количество раз, сколько мы засветили Фредди. Как бы и так тяжело, это немножко бы облегчало геймплей и не делало все равно его скучным. А так вообще мне очень нравится эта обновленная версия. С нетерпением жду другие комнаты, с нетерпением жду полную версию игры. Мне кажется, это будет жутко. И очень тяжело на примере этой комнаты. Надеюсь, вам понравилось. И плюс находится в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.